9 августа, спустя год после президентских выборов в Беларуси, не признанных Западом, США ввели новый масштабный пакет санкций против Беларуси. В черном списке администрации Джо Байдена 23 белорусских гражданина и 21 юридическое лицо, включая частных сырьевых трейдеров, близких, как заявили в Минфине США, к Александру Лукашенко, а также два крупных госпредприятия «Беларускалий» и гродненская табачная фабрика «Неман». Одновременно правительство Великобритании объявило, что вводит запрет на импорт из Беларуси калийных удобрений, нефтепродуктов, товаров для табачной промышленности, а также вводит запрет на экспорт в республику товаров и технологий двойного назначения, которые могут использоваться для репрессий в Беларуси. Также Лондон ввел финансовые санкции в отношении белорусских государственных банков, запретил белорусским авиакомпаниям летать над британской территорией и отказал в техническом обслуживании самолетов, которыми пользуются Александр Лукашенко и его ближайшие соратники. Под санкции Великобритании попал в том числе российский бизнесмен Михаил Гуцериев, которого Лондон называет одним из основных частных инвесторов Беларуси и соратником Лукашенко. Режим Лукашенко продолжает подавлять демократию и нарушать права человека в Беларуси. Эти санкции демонстрируют, что Великобритания не приемлет действия Лукашенко после фальсификации выборов. Канадские санкции затрагивают торговлю нефтепродуктами, удобрениями и финансовый сектор. Новые санкции против режима Лукашенко в США начали готовить на фоне визита в Вашингтон лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. В конце июля Тихановская встретилась с Байденом в Белом доме и, по ее словам, передала президенту США список компаний, монополизированных режимом Лукашенко и поддерживающих его. В официальном заявлении Белого дома по поводу новых санкций США в отношении Беларуси говорится следующее. Президент Джозеф Байден подписал указ, предусматривающий дальнейшие последствия для Александра Лукашенко и его режима за продолжающееся давление на демократические устремления и права белорусского народа, за транснациональные репрессии и злоупотребления, посягательства на международные нормы и коррупцию. Под ограничения, в частности, попали госкомпания «Беларускалий», один из крупнейших в мире производителей калия, белорусские бизнесмены, которые поддерживают режим Лукашенко, и 15 связанных с ними компаний, включая частную кредитную организацию «Абсолютбанк», организации, работающие в табачной, строительной, энергетической и транспортной отраслях белорусской экономики, Национальный олимпийский комитет Беларуси, который обвиняется в содействии отмыванию денег, уклонению от санкций и обходе визовых запретов, а также неспособности защитить белорусских спортсменов от политической дискриминации и репрессий. В 2020 году США ввезли нефтепродуктов из Беларуси на сумму 93 миллиона долларов, что не такая значительная сумма по сравнению с доходами «Беларускалия», который Минфин США называет основным источником налоговых доходов и валютной выручки для режима Лукашенко. В допандемическом 2019 году США импортировали из Беларуси калийных удобрений на сумму почти 220 миллионов долларов. Общая выручка «Беларускалия» в 2020 году составила более 2,5 миллиардов долларов. Главными покупателями белорусских калийных удобрений являются Бразилия, Китай и Индия. Хотя ограничения против Беларуси формально не подразумевают так называемых вторичных санкций, наказание компаний из других стран за сделки с предприятием, находящимся под санкциями США, белорусский указ Байдена дает право вводить санкции против любых лиц за существенное содействие или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки «Беларускалию» и другим компаниям, попавшим в санкционный список. Многие эксперты предостерегают, что новые санкции больно ударят не только по самому режиму, но и по кошелькам простых граждан. Однако представители оппозиции уверены в том, что сами белорусы лишь приветствуют введение санкций против Лукашенко. Пропаганда сейчас пытается переубедить даже западные страны, включая США, что санкции навредят белорусам и что они против этих санкций. Но я также хочу напомнить, что в Телеграме проводились опросы, когда даже отключение системы SWIFT, международных банковских платежей, более 60% людей поддерживают это. Однако мы получаем и много сообщений против санкций, но в основном это просто репосты с каких-то государственных каналов. Настоящие люди — это миллион человек, которые сейчас с нами в Телеграме, на Ютубе, они понимают, что это необходимо. Тем временем Верховный суд Беларуси вынес решение о ликвидации белорусского пен-центра, возглавляемого Нобелевским лауреатом Светланой Алексеевич. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила заместитель главы белорусского пен-центра Татьяна Нядбай. Мы воспринимаем это как награду и признательность за нашу деятельность. У нас не было иллюзий. В этом смысле результат был ожидаемым. И, конечно же, мы не сдаемся. Продолжаем деятельность, подаем жалобу.
Об иске Министерства юстиции Беларуси против белорусского пенцентра стало известно 22 июля. Ранее пенцентр обвинил белорусские власти в репрессиях против деятелей культуры. В отчете организации отмечалось, что за первое полугодие 2021 года зафиксировано более 620 нарушений в отношении представителей культуры, то есть больше, чем за весь предыдущий год. Власти Беларуси не скрывают, что преследование НКО носит политический характер. Максим Москальков, Сергей Догатарь. Настоящее время. Америка. Вашингтон.